Ребята, всем привет! Сегодня я для вас подготовил подборку из 10 крутых товаров с AliExpress. Если вам понравится какой-нибудь товар, то все ссылочки я оставлю под этим видео. Переходите и смотрите. Подушка в виде iPhone смотрится очень круто. Классный товар, мне нравится, надеюсь, и вам тоже он понравится. Подушка в виде бревна. Если вы пригласите своего друга в гости, и он увидит эту подушку, то наверняка он перепутает ее с настоящим бревном. Подушка в виде смайликов. Смайлики такие веселые и разнообразные, что если вы будете спать на такой подушке, то я думаю, что вам будут сниться веселые сны. Подушка в виде звезды. Это не просто подушка в виде звезды, она еще и светится. Если у вас будет такая подушка, то вечер будет достаточно веселым. Бабочка. Оригинальная бабочка. И эта бабочка бывает разных цветов. Если вы перейдете по ссылочке, то убедитесь в этом сами. Подушка в виде кирпичей. Смотрится достаточно интересно. Было бы хорошо иметь такую подушку дома. Bluetooth-колонка. Это не просто колонка. Это колонка, которая не боится воды. Если вы ее возьмете куда-нибудь с собой, и она намокнет под дождем, ей ничего не будет. Лампочка. Bluetooth-лампочка является очень необычной. Она горит разными цветами. Кроме того, ею вы можете управлять со своего телефона, если установите специальное приложение. Флешка в виде кредитной карточки на 4, 8, 32, 16, 64 гигабайта. Подушка для путешественников. Если вы любите путешествовать, вам обязательно нужна такая подушка. Если вы ей будете пользоваться, у вас не будет болеть шея. Если вам понравилось мое видео, поставьте лайк. Напишите комментарий и посмотрите следующее мое видео. Надеюсь, оно вам тоже понравится. Всем пока!